Глубоко уважаемые коллегиум, глубоко уважаемые коллеги, президиум, Валерий Матвеевич, большое спасибо за приглашение. Мы второй раз в Питере, очень рад, что я могу с вами поделиться моим опытом. Мне очень нравится этот программ с домашним питанием, потому что это тот же, что мы сделали в Польше 10 лет тому назад. И теперь у нас 4000 пациентов, не только с онкоболезнью, только с всех с энтеральным через зондовым питанием. Только что в Польше пероральное питание просто надо закупить, а все другое платить фонд здравоохранения. Ну, теперь хочу поделиться с вами опытом с этическими аспектами нутриционной поддержки. Стоит знать, что нутриционная поддержка – это просто пищевая терапия. И это следующие четыре части такой терапии. Это оценка состояния пациента, оценка состояния оценка питания, потребностей, а потом вводение питания и еще мониторинг питания. И когда смотрим на статус такой поддержки, мы знаем, что первородное введение какой-то пищи – это просто часть жизни. С другой стороны, ОНС, мы это называем ОНС, Oral Nutritional Supplement. Я уже знаю, что это что пероральное питание, пероральные добавки. Статус добавок зависит от страны мира. Например, в Польше это часть терапии. Я уже знаю, что в России это более чем пероральное введение пищи, не терапия. И третье, через зондовое или внутривенное введение питательных веществ – это терапия. И если это терапия, нам надо использовать медицинскую этику. И существует четыре аспекта медицинской этики. Это делать добро, не вреди, автономия пациента и справедливость для всех. Начинаем с не вреди, как сказал Гиппократ, да? Primum non nocere. Что первый вопрос, каждый раз, когда мы встречаемся с врачами, которые занимаются пациентами с раком, они спрашивают, а может быть, что питание помогает раку? Это неправда. Можно спросить, что если питание помогает раку, то может быть, что мурение рака голодом помогает больному. Это неправда. Мы все об этом знаем. Но почему так некоторые из людей так думают? Потому что есть такое исследование Вальтера Лонго, в котором Вальтер Лонго сказал, что короткий период голодания, и он сказал, что несколько дней в лечении от недоедания в течение нескольких месяцев у мышей и клеток дрожжей. Может быть, что он помогает прожить химиотерапию и еще увеличивает ответ на химиотерапию. Может быть, никто не знает. Александр Лавиано начинает такое исследование в Италии. Надо ждать и посмотреть, какие будут результаты такого исследования у людей. То все, что мы знаем, это воздействие у мышей и клеток дрожжей. Правда, что есть большая разница между кахексией онкологической и другой, и в онкологической кахексии нет хорошего ответа на питание. Ответ есть, но только не так хороший, как, например, в AIDS или других заболеваниях. Но с другой стороны, надо сказать, что если не будем вводить питание, у нас будет осложнение. Могут быть первичные или просто вторичные. И мы знаем, что мы не учим состояние пациента с точки зрения онкоболезни, но нам надо все сделать, чтобы нет таких последствий, как вы можете увидеть в этой фотографии. Потому что это просто мы теперь знаем, что можно сделать другие. И теперь вопрос. Кому вводить питание, сколько и как это сделать? Кому? Профессор Люфт уже сказал в первом докладе, что надо вводить питание, если пациент не может есть. Здесь вопрос. 5 или 7 дней. Новые хирургические рекомендации, если она скажет 5 дней.
бывшие скажут 7 дней, но между 5 и 7 дней надо начинать воспитание, если пациент в хорошем состоянии теперь. И еще надо вводить питание, когда у пациента мы видим недостаточность питания. Когда? Недостаточность питания – это ситуация, в которой первый вид. BMI, индекс массы тела, меньше чем 18,5. Это первое. Или существует потеря массы тела более чем 50% независимо от времени, или больше чем 5% в течение меньше чем 3 месяцев, и одно из снижения индекса массы тела меньше чем 20 или 22, если более чем 70 лет, или индекс массы тела без жирной массы тела меньше чем 15 или 17 у мужчин. И еще так надо начинать вводить питание, если энтеральное, пероральное питание неэффективно, значит меньше чем 60% в течение более чем 10 дней. Теперь вопрос, сколько? Новые рекомендации ЭСПЕНа по питанию в онкоболезни скажут, что более чем 1 грамм на килограмм в сутки. Предпочтительно 1,5 грамма в килограмм в сутки. В онкоболезни, но не в паллиативе, в онкоболезни. Потребность в энергии 25 до 30 килокалорий на килограмм в сутки. И здесь все зависит от активности пациента. Можно поменять углеводы с жирами и увеличить им качество жиров вместе углеводов как энергии. Можем вводить витамины и микроэлементы только тыле, сколько или нужно. Нельзя вводить больше, чем то, что надо каждый ежедневно вводить пациенту. И, так вы уже об этом слышали, рекомендуется стимулировать аппетит. И здесь мы можем использовать и прогестины или стероиды. Каннабиноиды нет, и тестостерон нет для стимуляции. Он просто не работает для стимуляции аппетита. Но с точки зрения онкоболезни, когда мы разговариваем о паллиативе, надо сказать, что меньше значит больше. Не 1,5 белок на килограмм в сутки, только так. Сколько возможно, потому что лучше вводить меньше, но эффективно, чем вводить больше только с осложнениями. И на следующий вопрос, как это сделать? Ну, конечно, всегда, если возможно, надо использовать оральную диету, да? Можем еще использовать добавки. А потом начинаем через зондовые или внутривенные питания. Если пищеварительный тракт работает, просто начинаем с энтерального питания. Один вопрос, как долго? О том будем разговаривать на следующем слайде. Пероральный путь всегда, когда только возможно, нет сомнений здесь. Мне надо сказать, что я не боюсь энтерального питания. Мы можем вводить энтеральное питание через зондовые так долго, когда возможно. Но парентеральное питание – это совсем другая проблема. Теперь я сказал, что вводим пероральное всегда, когда возможно, а когда мы не можем или оно является неэффективным, надо начинать через зондовое питание. И теперь, если это будет краткосрочное энтеральное питание, надо установить зонд. Во всех случаях, если желудок работает правильно, устанавливаем зонд в желудку, до желудка. Только если желудок не работает, его нет, или высокий риск аспирации,
надо установить другой зонд. Если длина нашей терапии дольше, чем 4 недели, надо установить гастростомию или илиостомию. Для краткосрочного питания устанавливаем зонд, большой выбор зондов, много типов зонда. Надо знать, что теперь, если зонд из полиуретана или силикона, его надо изменить каждые 6 недель. Нельзя изменять каждые 2 недели, как мы раньше делали. Только у нас много времени. И поэтому, если мы хотим вводить питание дольше, чем 4 недели, лучше установить гастростомию или илиостомию. Гастростомию устанавливаем прежде всего минимально инвазивным путем. И, например, первый выбор – это черезкожная эндоскопическая гастростомия. Да? Это все знают, ПЭК. Это очень просто установить. Вопрос такой, когда не устанавливать, а не когда установить. Когда надо ждать и еще раз попробовать, а не сделать все, чтобы его установить. Есть тоже новый вид через ПЭГа. И это низкопрофильная гастростомия. Очень популярная между детьми, потому что здесь нет зонда, только есть доступ. А зонд надо подключить, когда мы будем вводить питание. Это тоже гастростомия. Надо установить ПЭК, а потом изменить ПЭК на низкопрофильную гастростомию. И еще другое. Когда мы думаем о гастростомии, нам кажется, что надо сделать гастроскопию. Это неправда. Гастроскопия, конечно, только... гастроскопию надо сделать только, когда используем пуль-техник. Еще у нас пуш-техник. Допустим, в пуш-техник можем использовать УЗИ или рентген. Мы, например, используем УЗИ очень часто. И в этой методе надо только вводить тонкий зонд до желудка и просто вводить воду в желудок, чтобы только увидеть желудок. Потом используем устройство для гастростомии, черезкожной гастростомии и пилевой канюлу для установления гастростомии, которую вводит через пилевый зонд. А потом оставляем пациента с зондом. Можем еще проверить, если есть кончик гастростомии в желудке или нет. Тоже используется УЗИ. Если все методы просто неэффективны или не можем сделать, надо установить хирургический гастростомию. И тут просто установим гастростомию по кадеру. Только не используем особенного зонда, только просто устанавливаем ПЭК через хирургическую технику. Так как на этой фотографии, на этой снимке. Еще, если риск аспирации высокий, можем использовать ПЭК-ПЭЙ, установить впервые ПЭК, а потом ионостомию через ПЭК. Это снижает риск аспирации, потому мы вводим питание до тонкой кишки. Но если ничего другого не можем сделать, надо установить ионостомию. Но теперь рекомендация есть для микроионостомии. Это может быть такой метод, как ионостомия Делянея, только надо сделать это с тонкой зондой и установить через тонкую кишку. Но и теперь, если всего этого не можно сделать, о чем нам надо понимать, это просто парентеральное питание. Главное показание для парентерального питания в паллиативе – это просто кишечная недостаточность. Причина недостаточности может быть другая, но показание всегда кишечная недостаточность. Какое самое частое показание для такой недостаточности, кишечной недостаточности. Это может быть диссеминация
как в этом случае. Это тоже может быть просто опухолка, которая растет очень вольно, или рецидив рака. Но самое главное и самое популярное – это, больше всего, диссеминация рака, какого-то рака в брюшной полости. И с точки, если мы подумаем о показаниях для домашнего парентерального питания, все знаем, что в мире онкоболезнь – это главное показание для домашнего питания. И так, например, в некоторых странах мира это тоже правда. Так, например, в Испании – это главное показание. Но, например, в Польше онкоболезнь – это только 10-15% всех больных. Это только потому, что у нас очень хороший систем для паллиатива. И можно вводить питание не домашнее, через домашнюю компанию или госпиталь, только через домашний паллиатив. Они тоже могут вводить парентеральное питание. Например, в нашем гостинице в Скавине, в этой районе недалеко от Кракова, у нас 132 пациента ежедневно с домашним питанием, и у нас только 20 пациентов с онкоболезнью. Такая ситуация в нашем центре. Посмотрите на этот слайд. Каждую неделю у нас 2 новые пациента для домашнего питания. 70% всех пациентов – это пациенты с онкоболезнью. Мы квалифицируем много из них для домашнего питания, но тоже много дисквалифицируем от домашнего питания. И мы их посылаем в паллиатив. Паллиатив делает терапию у этих пациентов. Какие рекомендации для такой интервенции, такого долгосрочного питания в онкоболезни? И мы очень часто используем почти все рекомендации ESPN-а. И они скажут, что первое, надо вводить питание, когда смерть из-за голодания наступит раньше, чем за процессы ракового заболевания. Одно. Степень работоспособности и качество жизни больного является приемлемым. Но, прежде всего, существует возможность введения питательных веществ иным способом. Возможность введения питательных веществ иным способом отсутствует, только есть парентеральное питание. И другое, очень-очень важное, и я уверен, что профессор Соботко тоже согласен со мной в этом, пациент способен к самообслуживанию в поле 50% времени. Например, по Карновский масштаб более чем 50 баллов в Карновский масштаб. Пациент больный должен быть активный. Если пациент неактивный, это не хороший кандидат для парентерального домашнего питания. И последняя проблема, последний вопрос. Когда завершить такое долгосрочное питание? Еще раз пара рекомендаций ESPN-а. Пищевая терапия проводится с целью ограничения потери веса и продолжительства до тех пор, когда больной согласен на такую терапию и не начиналась еще фаза умирания. И это ответ на все вопросы. Для парентерального питания, особенно для парентерального питания. Для энтерального или пероранального это значение меньше. Но в каждом случае, когда начинается фаза умирания и начинается проблема с нашим больным, надо окончить парентеральное питание. И просто оставить пациента с электролитами, водой и это все. И еще надо каждый раз спросить пациента. Мы очень часто нам надо разговаривать с семьей пациента. А проблема в том, что пациент об ничем не знает. Да? А это надо, все надо сказать пациенту, все надо с ним дискутировать. И пациент имеет право дать согласие или отказ на нашей терапии. Еще только хотел напомнить такой исторический факт. Я сказал, что вы видели, что я работаю в больнице имени Станлея Дадрика. Я хотел сказать, что Станлей Дадрик был первый пациент с домашним питанием из-за онкоболезни. В
1968 году это был первый пациент, который пошел дома с домашним питанием. Так все началось. И, наконец, я хотел пригласить вас в Краков. У нас будет ESPEN Конгресс, Конгресс Европейского общества в 2019 году, в сентябре. Приглашаю вас всех в Краков. И вам надо посетить Краков. Приезжайте, пожалуйста. И большое спасибо за внимание.